Перед нами музей дворянства Спасского уезда. Это кирпично-каменный дом конца 19 века, в котором представлены предметы быта и культуры дворян Спасского уезда. Экспозиция посвящена известным дворянским семьям нашего региона. Можно посмотреть также и обустройство дворянской усадьбы. Выйдя на дорогу, вы можете повернуть направо, в сторону западных ворот и визит-центра. Повернув налево, вы пройдете дальше по музейной улице. Ближайший музей – город на реке.